Медики рекомендуют не забывать и о национальном календаре профилактических прививок. Сегодня детские поликлиники города укомплектованы всеми необходимыми препаратами. Культура здорового образа жизни также играет большую роль. Чтобы предупредить любое заболевание, нужно придерживаться простых правил, заверяют врачи. Правильное питание, рациональное. Необходимо родителям, значит, закаливать малыша, одевать по погоде, значит, много общаться, знать психологическую составляющую ребенка, что его беспокоит.